Девчонки, всем привет! Сегодня у нас косметическое видео, и я покажу вам новинки на эту осень, то, чем я планирую прям активно пользоваться в ближайшее время. И начну я вот с такой парочки для волос. Это у нас шампунь и кондиционер с имбирем. Эта серия направлена против выпадения волос, для усиления их роста, для укрепления волосяных луковиц. Это у нас бренд The Fabulous, и заказывала я эту парочку в интернет-магазине Профорганика, но я вам обязательно ссылку оставлю. И вы всегда знаете, что в инфобоксе можно найти ссылки абсолютно на все продукты, которые я показываю в своих роликах, поэтому за информацией обращайтесь туда. Итак, давайте поподробнее. Если говорить про шампунь и кондиционер, то оформление у них абсолютно одинаковое. Есть дозаторы и объемы у одного и другого продукта 250 миллилитров. Шампунь имеет вот такой насыщенный, очень красивый желтенький цвет. Вообще серия приятно пахнет, и то, что меня поразило именно в этом шампуне, это то, что он охлаждает кожу головы, и при том, что ощущения эти очень-очень приятные, действительно такой классный охлаждающий эффект, за счет этого и стимулируется рост волос в какой-то мере, и вообще поступает прилив крови к волосяным луковичкам, и волосы начинают расти. Мне нравится то, как этот шампунь очищает. Волосы действительно очень такие свежие, чистые, они объемные. А вот кондиционер, он уже направлен на то, чтобы обеспечить и легкое расчесывание волосам, придать волосам мягкость, придать волосам блеск, густоту, силу. Давайте также покажу его текстуру. Вот такой кондиционер достаточно жирненький, плотненький. Мне он даже в какой-то степени напоминает хорошую маску для волос, потому что волосы восстанавливают, ну, действительно, очень-очень здорово. Классная парочка, действительно, вам ее могу порекомендовать. Обязательно присмотритесь, но продукты, на мой взгляд, очень-очень достойные. Дальше хочу показать вам несколько продуктов для ухода за кожей вокруг глаз. Я сейчас тоже стараюсь уделять этому моменту достаточно внимания. И это у нас швейцарский бренд. Название находится вот здесь, можете прочитать, ссылка также будет. Я просто не хочу коверкать, думаю, что неправильно произнесу. Это у нас органическая косметика, и в данном случае у меня есть крем, кислородный крем для зоны вокруг глаз. Что делает этот крем? Мне кажется, он делает абсолютно все, потому что он и увлажняет, и питает кожу. Причем это увлажнение не поверхностное, оно достаточно глубокое. И как по мне, такой крем подойдет после 25 лет, когда уже начинают закладываться какие-то первые возрастные изменения, потому что кожа разглаживается. И плюс ко всему, крем способен справиться с небольшими синячками, с небольшой утренней отечностью. По текстуре достаточно стандартный, его можно использовать и утром, и вечером, быстро впитывается, под макияж неплохо идет, то есть не скатывается консилер на нем. Приятный, приятный во всех смыслах, и причем здесь еще объем 30 мл, хватит его, ну, действительно очень и очень надолго. Классный, вот у меня просто от него восторг. Использую его каждый день утром и вечером, а вот пару раз в неделю я уже наношу на зону вокруг глаз вот такую специальную маску. Это у нас маска, покажу вам наклеечку от производителя, разглаживающая морщины и снимающая отеки. Объем у нее нереально хороший, целых 50 миллилитров. И учитывая то, что расход у нее, ну, просто минимальный, хватит ее вот действительно, ну, на полгода, как мне кажется, это вот минимум. Хочу показать вам текстуру, она здесь нереально приятная, она такая гелевая. Я храню маску в холодильнике. За счет этого еще получается такой эффект холодка, и утром маска действительно прекрасно снимает отеки. Кожа становится свежей, отдохнувшей и более такой ровненькой, разглаженной. Макияж потом наносится просто идеально. Мне очень нравится.
Аромат у нее такой травянистый, но и состав у нее тоже натуральный, поэтому обязательно присмотритесь. Плюс еще такое оформление красивое, очень-очень достойное. Ну, вот такой вот уход, это уже, как я сказала, для девчонок немножко постарше, после 25, потому что ингредиенты в составе довольно активные, да, и сами продукты дают такой выраженный эффект. Это и небольшой лифтинг, и действительно такое отличное питание. Хочу показать вам еще небольшой заказик с одного корейского интернет-магазина. Заказывала я через Instagram. Магазин у нас называется 424 метод Корея. Но ссылку вы на их аккаунт также найдете у меня в описании к этому видео. И почему называется так магазин, кстати, мне было интересно почитать. А все приурочено к тому, что есть такой корейский метод 424 ухода за кожей. Можно поставить на паузу, почитать, в чем этот метод заключается. Итак, что же я там заказала? Во-первых, в моем уходе не хватало такой хорошей, прям очищающей маски для лица, глиняной маски. Я как-то последнее время брала больше увлажняющие маски, питательные, а вот все очищающие у меня подошли к концу. Меня заинтересовала вот эта маска от относительно нового корейского бренда. Называется этот бренд Isn't Tree. Надеюсь, я правильно все произношу, но поправьте меня в комментариях, если это не так. И чем эта маска примечательна? Она идет с глиной и с полынью. У нее очень интересная текстура, тоже вам хочу ее продемонстрировать. Кстати, минимальный расход у этой маски, а баночка довольно-таки внушительная, тюбик. Вот так эта маска выглядит. И здесь находятся такие небольшие скрабирующие частички. Они очень деликатные, они ни в коем случае кожу не травмируют, но за счет того, что во время смывания эти частички у нас проходятся по коже, возникает такой эффект скрабирования. Эта маска в первую очередь подойдет для тех людей, у кого кожа жирная, проблемная, для тех, кто страдает от закрытых комедонов, от этих черных точек так называемых, от воспалений, потому что очищает она действительно отлично. Кожа потом вот прям супер чистая, пропадает жирный блеск, поры очищены, ну просто идеально. И я такую маску использую обязательно один раз в неделю, никогда не пропускаю. Если говорить про то, что эта маска обладает подсушивающим эффектом, да, подсушивающий эффект у нее действительно есть. Для жирной кожи это не составит никаких проблем, но вот у меня кожа нормальная, и после того, как я эту маску смываю, я чувствую, что кожа немножко как бы подсушена, но для меня это не проблема, я сразу же наношу тонер, наношу крем, и вот этот небольшой стягивающий эффект, он пропадает. Зато кожа, ну, очищена просто идеально. Маска мне понравилась, это очень здорово, буду дальше ей пользоваться. Но, как вы видите, тюбик действительно большой, здесь 100 мл. А наношу я всегда прям таким тоненьким слоем. Еще что из интересненького было в моем заказе, это вот такие очищающие диски. Сохранила для вас специально коробочку, чтобы все показать, как приходит. Видите, что коробочки все в целости и сохранности. Они не мятые, не рваные, как бывает иногда. Заказываешь что-то в интернет-магазине, а упаковка приходит отвратительная. Вот в этом магазине такого нету. Поэтому, если вы что-то присмотрели на подарок своим подружкам, близким, может быть, что-то давно хотели маме своей купить, то можете смело заказывать все упаковки, ну вот просто в идеальнейшем состоянии. Итак, что же это у нас за такие интересные диски? Это диски, они, кстати, вот я надеюсь, что вам здесь хорошо видно, они, кстати, пропитаны очень мягкой, приятной такой эссенцией, приятным тоником. Это у нас тоник с содержанием экстракта календулы. Поэтому вот эти диски, они хорошо подойдут именно для проблемной кожи, для кожи, склонной к раздражению, для чувствительной кожи, потому что они отлично успокаивают кожу. Они нереально мягкие, очень приятные, и пользоваться ими вот действительно одно сплошное удовольствие.
Можно их использовать дважды в день, либо можно использовать, например, в утреннем уходе, потому что это уже диск, он уже пропитан тоником, и на самом деле это все экономит время. Быстренько достал диск, пробежался по личику, кожа протонизированная, кожа увлажненная, очищенная, ну просто прекрасно, и такой формат я обожаю. Так что тоже диски классные, мне они понравились, обязательно заказывайте, вот прям не пожалеете. И последнее, что было в заказе, это, конечно же, пробники. Из пробников я пока ничего не успела протестировать, но я думаю, что в ближайшее время обязательно это сделаю. Вообще здорово, когда магазин такой вот знак внимания небольшой оказывает своему клиенту, когда вкладывает пробнички. Есть возможность попробовать какие-то новые для себя продукты, а потом, может быть, и заказать полноразмер. Кто его знает. Из пробников здесь вот такой аквагель-крем, тоже от того же бренда, что и маска. И очищающий гель, очищающее масло. Я думаю, что это такое гидрофильное масло для снятия макияжа, ну, надо будет загуглить, почитать, потому что, как вы понимаете, здесь на русском языке ничего нету. Умывалка для лица, это у нас Косерекс. Доброе утро, гель для умывания. В желтой такой упаковке, мне кажется, что он будет прям пахнуть какими-то цитрусовыми, очень ярко и свежо. Ну, в любом случае, попробую, потом как-нибудь вам отпишусь. Где-нибудь, может, в Инстаграм или в пустых баночках расскажу, что из этого мне понравилось. Вот такие новинки. Я надеюсь, видео мое вам пришлось по душе. Буду ждать ваши комментарии, буду ждать ваши подписки. Поддержите видео пальчиком вверх, мне будет очень и очень приятно. А мы совсем скоро увидимся. Всем пока-пока!